Выставка «Сергей Черкасов. Моя жизнь» открывается во Владивостоке. На ней будут представлены акварели и акрил, и работы на досках. Весь спектр творчества Сергея Черкасова. Всего зрители увидят более 70 работ заслуженного художника России. Выставка распахнет двери для посетителей с 11 апреля. Увидеть картины можно будет в Приморской картинной галерее на улице Алеутская, 12. Специально приехали на выставку из Кавалерово, потому что я такое событие пропустить не могли. Это великолепная выставка, конечно. Мурашки по коже. Это ж такое счастье, это такой необыкновенный подъем. Это, ну, чувства просто переполняют.